Опубликовано новое видео пожара в Кемерово. Потерявший в пожаре в Зимней Вишне семью Игорь Востриков показал несколько видео с камер наблюдения, на которых зафиксировано начало пожара и эвакуация из горящего торгового центра. Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший семью при пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня», показал несколько новых видео, на которых зафиксировано начало пожара и эвакуация людей. На одном из них видны место начала пожара, первые побежавшие люди, а также момент, когда гаснет свет. Это полный вариант записи, которая уже публиковалась в сети в обрезанном виде. Также опубликовано видео давки на лестнице в первые минуты после начала пожара. В комментариях к видео Востриков утверждает, что все остальные аварийные выходы в ТРЦ были закрыты. Еще на одном видео показан коридор с кинозалами. На записи видно, что двери всех кинозалов были открыты. Спустя 13 секунд после начала видео помещение заволокло густым дымом, но люди выходили и после 2 минут после начала пожара. Записи с камер наблюдения Востриков получил у МЧС. По его словам, обработка гигабайтов записей с десятков камер ТЦ занимается всего один человек. Напомним, пожар в Кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, большинство из которых – дети. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.